Приветствую вас, дамы и господа. Хайлайты матча OG против Team Spirit. Пока у драконов не очень идет по турниру, пока они идут 0-2. OG тоже у нас играет в целом не очень, поэтому тут битва двух аутсайдеров. Так, кто на ком играет? Давайте посмотрим. Тихо, что происходит. Кто на ком играет? Давайте посмотрим. 20 ранг на Сатаник на своем морфе корона. Мипошка играет на Личе 192. Ларри это инвокер 67-й. Руэ на Муэрте 117, Малик играет на Магнусе 93, Виспер на Бисмастере 5 ранга, Ари на Фениксе 78, Найн на Войтспирите 608, Сэвидж у нас играет на ТБ 81 и Икс снова играет на Инче 207. Вообще удивительно, прикиньте, у нас ТБ не тройка, ТБ на позиции керри, вау, и такое бывает. Так, агрессия пошла, пока по нижней линии, бита сатаник, но пока еще живой, и при этом у нас происходит еще и сражение в центре, очень битый Ларл, там Найн его будет провожать, будет возможно сейчас его каким-то образом пытаться убивать, но нет маны, а там крип убивает Руи, что происходит, везде по карте что-то происходит, подтягивает к себе еще и героя в центре, Ларл падает, ПБ забирает Найн. Ну, пока OG начинает с позиции силы, данный матч 1-5 на табло, 2к перефарма с командой OG, падает Ари, начинают фраги делать и драконы в этой катке, но опять-таки печально, что они опять начинают не очень здорово свои сражения. Но в этом матче у нас есть такой герой, как Морф, и Морф в целом это классный контрпик по ТБ, как мне кажется, так было по крайней мере раньше, думаю, что сейчас будет работать примерно так же. Так что потенциал это у команды Спирит хороший, да, конечно, Магнус это вам не коллапс, но в принципе как бы... Малик на Магнусе тоже катает. В центре агрессия прыгает на Ларла, спускает торнадо, ЕМПХ пошла, отгоняет пока от себя агрессию оппонента. Ну, это так вот, агрессивно получилось. Быковато весьма, при том, что Тавра уже нет в центре, поэтому тут стоять весьма опасно. Опять попадает на Ларла, опять его подтягивает под себя, ему просто не дают пожить в этом матче. Я вот буквально хочу только отвернуться от его, и его сразу убивают. Так еще и стаки тут есть, да, капец, блин, как же обидно. Сверху смещение от команды дракона. Попадает пока на Ари, запускает торнадо ЕМП. Ну, сломает Феникс, это лишь саппорт. Но, в принципе, сейчас есть время, чтобы Тавр в центре подемонтировать. Ой, Тавр сверху подемонтировать. И Тавр в центре тоже чутка ломается. Там его ломает, кстати, Denim 9. Не отдает лишнее золото команде Спирит. Но главное, что Тавр упал. А снизу уже в метаморфозе начинает пушировать Т2 вышку. И игроки команды OG на 11 минуте. Это очень рано. Ломает мипошку, запускает чайник перед смертью. Пытается дать импакт. Замедляет в этом Виспера. Понимает он, что где-то рядом инвокер. Пока нет в центре, нет достов и не видят инвокера. Тауэр почти упал, есть торнадо. Найн сражается против сатаника. Сатаник получает себе еще импетусы от Иксновы. Очень плотно наминают морфа. Морфу неприятно, морфу больно. Но благо есть перекачка, есть 20 стиков, поэтому вряд ли он помрет. Тауэр снизу упал. Хорош, хороший уджи. Очень жесткое давление. Энчантерс подставляется под торнадо ЕМПшку. Ну, инчу поломают, при этом другие герои далековато, поэтому подсева не будет. Рикошет летает просто максимально мимо, максимально не туда. А в это время зоопарк фармит мипошка на пару сатаника. Так, у нас будет встреча, у нас будет фрейм, у нас уже есть блинк, если что, поэтому можно уже реализовать свой РП. Но пока без РП падает Феникс, хотя как-то долго его бьют, он сейчас даже может быть суперного нас ждет. Нет, торнадо будет, он упадет вниз. А нет, да ладно, там тычки не хватило буквально, чтобы добить его вовремя перед яйцом, ну ладно. В любом случае его сломали, хотя сломали не очень классно, потому что тут у нас влетает Найн, просто изничтожает оппонента, убивает сразу двоих. И по итогу как-то неприкольно получается для драконов, должны были очень быстро убить Феникса, а по итогу получают по лицу и уже 5к перефарма OG. Сейчас еще и OG ужитают дракона, вообще звезда будет. Ну тильт, тотальный тильт, ну камон, Team Spirit. Они буквально вот недавно были в гранд-финале против Ликвидов. Да, они отлетели 0-3, но были в гранд-финале. Они шли до гранд-финала, не проиграв ни одного матча. Тут у них уже 0-2, и они еще и посасывают команде OG. Рошана, пока бьют у нас здесь OG, подлетает мипошка на Рошана, запускает свой чайник, ни хрена тут подошел, нормально запускает кнопки, РП, ха-ха, как так изи, как же легко это может получиться, но там нажимается Сандер и падает, что у нас, падает Малик, а Игис забирает у нас по итогу лич возрождается после Игиса, пока у нас один в один размен, но набивает Сэвиджу, Сэвидж без Сандера, Сэвиджу больно, подлетает Морф в погоню, ставится центря, его видно, хотя он выбегает в другую сторону и его уже не видно, при этом Руи у нас тоже хотел бы к файту подойти, пролетает Морф сквозь замес, есть замедление от ЭЦФ, ЭСФ отгоняет сатаника, запускается импедусы, набивает по Ларлу дэмэджа. Неплохо делает их снова. При этом уходит вниз пока Ларл, пытается жить там в кустах. Ну и в кустах пока его убить не получается. Хотя к нему подлетает ЭСФ, ЭСФ делает минус по Ларлу. Киллинг спри зарабатывает себе Сэвидж, пробивает сатаника. Тот пытается бежать, и у нас какая-то очень странная, очень непонятная драка происходит на верхней линии. Ну то есть все началось с того, что подошел лич на ноге в рушпит и дал чайник. И потом РП бабахнули. Хотя даже так данный файт, ну, вышел такой. Не очень для команды Спили, потому что даже вот по графику они меньше заработали.
Ну что ж, бывает. Так, у нас пока в центре пошло нападение. РПХ залетела по Найну. Кстати, отлично. Найну убили. Там был стрик из 7 фрагов. О, это найс. Так, еще одна попытка в центре нападения. Еще одно РП. Этот раз залетает у нас уже в сторону Бистмастера. Подвезли, повезли. И, видимо, сейчас смогут его в таверну отправить. Он даже не накричит в этом файте. Вот она пошла реализация РПшек от Магнуса. Два очень качественных фрага совершает данный молодой человек. И телепортацию не успели сбить по Фениксу. Он улетает прочь. Ну ладно, и так сойдет. Так, там у нас пока что Малик в кустах перемещается, откидывает шоквейв в сторону Сэвэджа. Сэвэдж пока вроде бы будет жить там, пока у него все в порядке. Или не в порядке, его повезли, уже есть торнадо. Сэвэдж у нас без БКВшки, поэтому у него проблемы с выживаемостью. Есть хороший рикошет, и Сэвэдж почти что без ХП. РП финальная залетает, чтобы точно там Сандер никак не нажал. Это минус, еще один кор-герой через РП. То есть, по сути, каждый кор-герой у нас за последние три момента умер. Ой, хороший рикошет! Умер после РП. Это минус Виспер еще. Все, камбэк пошел. Они уже все вернули. Они уже даже впереди. Впереди по нетворсу. Рошан падает у нас для Сэвэджа, но в это время как бы парни из команды Спирит демонтируют базу. И ломают еще и Найна. Найн опять подставляется под РП. И опять РП дает фраг. Хорош, блин, Малик. Да, как бы РП по одному герою постоянно, но какая нахер разница? Он каждый раз через РП убивает кур-героя. Точнее, с ним убивает кур-героя. Но опять-таки, стоило ли продавать сейчас линию в размен на Рошана? Ну, посмотрим, что это даст команде OG. Опа, Магнус полетел, поймали, повезли, хорошо, там все еще Найн в таверне, при этом пробивает Сэвэджа плотничком, а Игис уже был выбит, кстати, если... А нет, стоп, Игис, вот он выбивается, вот насчет долгала анимация. Так, нужно бить его второй раз, его тут второй раз тоже неплохо напиливают, распиливают бедного ТБ, ТБ нужно нажимать Сандер, Сандер не нажмет, это минус без байбека, как же OG начинает сливать эту карту, это, конечно, максимальный тильтостан, но OG те еще. Ах, те еще сливатеры. Ну, блин, капец. Как же OG просел как организация. Вот состав, конечно, у них вообще далек от того, что было раньше. Надо что-то думать. Но Тейлу надо как-то улучшать. Но Тейлу и Себастьяну. Так, ну что, пока у нас будет демонтирование центральной линии. У нас 30 фрагов и уже 10 плюс К перефарма у команды Драконов. Они забирают две линии почти сразу. Там буквально вот минуты полторы разница получается между этим пушем. И все похоже на то, что первую карту на этом турнире они для себя возьмут. ТБ пытается как-то базу свою дефать. Попытка выйти с базы от команды OG. Начинали, конечно, они максимально за здравие. Все было очень здорово у команды OG. Найн убивал там просто по карте гасал. А потом колодысь, они раз умер. Кстати, по итогу он был 7-0, умер. И еще ни разу фраг не делал. РП уже по двум кор-героям кастует Малик. Отлично, еще и Хортос на Аганиме. Это минус ТБ. И это Таверна. И Таверна у нас для ТБ без байбека. Без байбека для Бисмастера. Байбек есть у Найна. Но это ГГ. Первая победа на турнире Blast для команды Spirit. Но пока не очень, конечно. Пока у них 1-2. Можно выйти на 2-2. Последний матч они катают с кем? Если бы я помнил, я бы сказал. Вроде бы против Тундры катают Спириты. Еще один матч. Так что посмотрим хайлайты еще и Тундра Спирит.